Новая оболочка MIUI 12 получат много смартфонов, как флагманов, так и среднебюджетных моделей. Смартфоны поделили на три волны обновлений. В первую волну входят три смартфона из линейки Mi 10 и три смартфона из линейки Mi 9. Далее обновятся все смартфоны из модельного ряда Redmi K этого и предыдущего года. Во вторую волну входят модели Mi Mix 3 и Mi Mix 2S, другие смартфоны из линейки Mi 9, 3 флагмана Mi 8 и 3 модели Redmi Note, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7. Третья волна включает в себя остатки флагманов Mi 9. Среднебюджетный Redmi Note 5 и Redmi Note 8. Туда добавили также и бюджетные смартфоны Redmi 8, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A и Redmi S2. Стабильная версия MIUI 12 планируется к концу июня. А вот смартфоны, на которые компания рекомендует установить обновление. В него не входит даже такая модель, как Redmi Note 8T или Redmi Note 8 Pro. Здесь даже нет недавно представленного Redmi Note 9S, что крайне странно.